Hello, people! Приветствую вас, мальчики, девочки, бабушки и дедушки. Ну, сегодня у нас, ребята, игра-загадка, игра-головоломка. Первую часть, как всегда, по традиции, я, конечно же, не играл. Да и эту включаю в первый раз. Давайте будем смотреть, разбираться. Time Lock 2 в ваших мониторах. Поехали. TV on, computer on, go buy me more beer. I'm sorry, I thought he was a party robot. Так, ну включил я первый раз. Это у нас HTC Vive, это у нас Valve Index, это у нас Quest 2. А, у меня SV1. Вот я почему вижу трекинг камеры. На этих всех устройствах тут по-другому все как-то. Ну давайте попробуем Quest возьмем. О-о-о, сразу китайский язык. Так, ребята, оглянемся вокруг и видим тут массу языков. Но мы, конечно же, выбираем русиш, лэнгвич. Путь подскажет волшебный дымок, следуйте за ним. Попробуй взять предметы со стола, появится подсказка. После прочтения смахни левой рукой подсказку. О, прикольно. Также передвигаться можно с помощью джойстика, но я это уже делал. При использовании свиток проявит свои тайны. О! Возьми предмет в руку, нажми на кнопку инвентаря, и предмет окажется в нем. Эй! Да, прикольно, я понял. Таймлок это не только название игры, это режим, при котором ты видишь комнату в прошлом. О, когда она лишена загадок. Возьми ключ, начни игру. Ой, я как бы переместился во времени. Карамба, карамба, марамба. Прикольненько, мне начинает нравиться. Приветствую, я ждал тебя. Помоги освободить мою душу, который злой колдун заточил в камень. Так, факел тут неспроста. Зажги огонь на стене, факел еще пригодится. А я его в инвентарь положил. О, как жутковато немного. Гостиной, все по-русски нормально. Так, дымок нас ведет туда. Какой-то демонический смех, бляха-муха. Чулан. Дверь захлопнулась. Веник, веничек лохматый. Переберись. Ничего. Положи ключ в инвентарь. Ох, как бы его тут взять вот еще. Все, дело сделано. Веник. Заклинание. Воспользуюсь свитком. Как бы тебя взять? Используй таймлок, чтобы попасть в прошлое. Так, больше тут вроде ничего нет. Вот эта стена, я так думаю, ее можно сломать. И камень здесь лежит не просто так в этом чане, блин. Обрати внимание на положение предметов в комнате в прошлом. Веник. Ага! Вот она. Кирк Хэммит. Стену раздолбали. А камень... Раздолбали. Там, я помню, была комната. Ну, вход в комнату охвачен огнем. Наверное, вот это набери воды и положи в инвентарь. Ну, я так и думал. Волшебный дымок приведет тебя к библиотеке. Все, выпито уже, делать нечего. Прикольненько, нормально. Так, спокойно. Все происходит в гостиной. Если бы не дурацкий демонический смех. Так, берем ушат с водой и выливаем на костер. Так, у меня еще был ключ. Что мы имеем? Ага. Остаток какой-то грамоты пока положим. Так, а тут... О! А, это, наверное... Свиток с заклинанием.
Так. Появились какие-то подсказки. Что это такое? Чипцы. Ага. Там шары, тут шар. Точно, это шары. Чипцы потерял. Так, сюда. Это сюда. О, таймлок. Я уже запутался, где я, в настоящем или в прошлом. А, сейчас вот я в настоящем. А, их, наверное, сюда надо. Так, вот этот камень кладем в инвентарь. А тут еще что-то есть. Шарики какие-то. Все положил в инвентарь. Здесь я больше что-то ничего не наблюдаю. О, свиток. А, ключ! А ключ он у нас... Вот от чего? Вот от этой двери. Вот еще два камешка. Сюда, сюда. И сюда еще один ключ у нас появился, прикольно. Открываем. Берем шарик. Возвращаемся, не знаю, в настоящее, в прошлое. А, шарик сюда. Шарик сюда. Забыл уж как правильно делать. Шарик сюда. Ключ. Куда я не... О, плакат какие-то появились, драконы. Бриллианты, алмазы, самоцветы. Это понятно, сюда. Это мы так расколдуем. Как высоко! Расколдуем дверь. Ну, это все нормально пока. Просто. Куда нас повел дымок? А вот куда он нас повел, мы посмотрим в следующем моем видео. Разрешите откланяться, ребят. Спасибо всем за просмотр. Все те, кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. А кто подписан, пишите комментарий по этой игре. Всем пока. С наступающим всех Новым годом.